Всем привет! Меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам про топ лучших девайсов до середины 2020 года, а именно до начала августа 2020 года. Но я хотел бы сделать небольшой акцент на том, что этот топ составлял я. И здесь я буду рассказывать про те девайсы, которые понравились именно мне. Поэтому, если вы не согласны с моим мнением, то вы можете об этом написать в комментариях и составить свой топ лучших девайсов. Я обязательно на него посмотрю и скажу вам свое мнение. Ну а перед началом просмотра влепите лайк этому видео, поставьте свой мощный комментарий, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки будут под видео в описании. А начнем мы этот топ сразу с двух девайсов от очень хорошо зарекомендовавшей себя фирмы Smount. Речь пойдет о Battlestar Baby и Charon Baby. В этих девайсах мне нравится практически все. Шикарный гладкий дизайн у Charon Baby и такой агрессивный у Battlestar. Огромное количество расцветок, ланьярд с USB Type-C, который на самом деле очень удобный и нифига не стыдно с ним ходить на улице. Крутые картриджи с действительно хорошей вкусопередачей и возможностью замены испарителя и огромный встроенный аккумулятор на 750 мАч. Его действительно хватает на целый день. Обязательно рекомендую к приобретению. А четвертое место по праву занимает довольно прикольный подик от компании Vaporezza под названием PM30. Стоит начать с того, что это очень стилевый вейп, который приятно лежит в руке и радует глаз своим внешним видом. По функционалу у него все очень просто. В моде есть три режима парения, максимальная мощность равняется 30 Вт, а встроенный аккумулятор на 1200 мАч, за что стоит отдать отдельный плюс компании Vaporezza. Работает на сменных испарителях, коих два вида. Один рассчитан на сигаретную затяжку, а второй на более свободную. Но в этом устройстве есть один маленький минус – это отсутствие регулировки обдува, так что придется довольствоваться той, что дали нам сами производители. А середину топа занимает мод, который можно смело с собой брать на рыбалку, в поход, куда угодно и когда угодно. А я говорю о моде от компании Geekway под названием Aegis Boost и Aegis Boost Plus. Мод защищен от воды, пыли и грязи по стандартам IP67. Это означает, что вы можете смело опустить его в воду, закопать в песок или уронить на бетон, и с ним ничего не случится, разве что чуть-чуть пострадает корпус. Второй его плюс – это внешний вид. Он сочетает в себе всю мощь своих старших братьев и компактность подсистемы. Третье – это качественный чипсет и возможность регулировки мощности до 40 Вт. Ну и четвертый его плюс – это картридж. Помимо того, что в нем есть регулировка обдува, также картридж работает на сменных испарителях, и при большом желании вы можете приобрести RBA-базу и намотать туда свой любимый койл. Так что, если у вас есть желание стать обладателем самого мощного и непробиваемого девайса, то Aegis Boost и Aegis Boost Plus именно для вас. А серебро этого топа я гордо вручаю Vaporezza Osmo. Во-первых, он пипец какой легкий, а во-вторых, у него шикарный дизайн, а благодаря вырезам на корпусе на нем вообще не будут видны царапины. Картридж перезаправляемый, он очень вкусный и крепко держится внутри мода. Главное, не забудьте снять защитную пленку с него, так что ничего вылетать и выпадать не будет. Единственный минус этого девайса – отсутствие возможности замены испарителя, но если учесть его цену и функционал, то это все ерунда. А пальму первенства я вручаю моду от компании Smount под названием Night 80. На начало августа 2020 года я не видел девайса круче, чем этот вейп. В этом моде сосредоточили все самые крутые фишки от других дизайнов. Он очень маленький, у него сменный аккумулятор, его максимальная мощность 80 Вт, у него бешеный функционал, в него можно установить RBA-базу и любую спираль. А еще производители выпустили специальный переходник, на который можно накрутить любой ваш атомайзер. И я могу сказать с большой уверенностью, что именно этот девайс станет лучшим вейпом 2020 года, поскольку я просто не представляю, что нужно придумать производителям, чтобы каким-то образом хоть чуть-чуть переплюнуть все возможности этого вейпа. Спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Также я жду в комментариях ваши топы лучших девайсов 2020 года. И если вы не согласны с моим мнением, также пишите про это в комментарии, я прочитаю и с удовольствием с вами поспорю.